Всем привет и здравствуйте! Восьмой ролик из цикла «Марафон группы Shiny». Шерлок называется, и тут еще написано «Clue Note». Что бы это ни значило, возможно, какая-то расширенная версия, потому что 4.28, думаю, здесь все-таки будет синематика, а не песня на 4.28. В любом случае, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, и мы начинаем! Такой напряженный, тревожный, пульсирующий бас. И, кстати, да, наверное, более феминный образ у Тэмина все-таки в этом клипе, я уже могу сказать. Тут он волосы еще длиннее отрастил. Но тоже хорошо смотрится. Но да, бас такой интенсивный. И вот звучание теперь похоже на то, что SM предоставляли в начале там 10-12 года. Кстати, какого это года клип? 12-й год. Да, да, так оно и есть. 12-й год. Третий месяц. Короче, бодро звучит. И декорации шикарные. И рэпа добавили больше, то есть уже как мы привыкли, второй припев, куплет всегда, это начинается с рэпчины, потом переходит на вокал. И опять же, съемка все равно вот похожа на то, что SM снимали, наверное, года с 11-10 до 18 в плане картинки. Ну, может, там 17-го. То есть вот такой именно такой песочно-коричневый, слегка там сине-зеленый оттенок. Вот у клипов почти у всех. Кстати, а девушка эта, она может быть тоже артистка из SM Entertainment, потому что, ну, всех в лицо я, конечно же, не знаю. Поэтому, если у вас есть информация, напишите, кто она. Может быть, просто, ну, актриса, модель. Может быть, просто там пригласили из массовки. А может быть, действительно какая-то артистка, кто знает. Oh, don't be mad. I'm curious, yeah. 사진 속 네가
Кстати, забавно, на компьютере написано iWatson. Хорошо, и так яблоко закрыли. И я скажу, что это отличная песня. Тут и не было уже этих гейтированных синтезаторов, и достаточно большой плотный звук, голоса мое почтение, визуал тоже, сцены интересные. И отдельный респект, конечно, собаке, что вот пёс себя очень спокойно в кадре вел. Там, ну, был какой-то момент, где его там подтянули, видно было, что он куда-то не хотел идти, а в целом собака очень адекватно себя вела, тоже собаке отдельное уважение. Вот. Так что мне понравилось, добро пожаловать в плейлист. Второй раз уже в плейлист добавлять я не буду, оно просто там есть. Так что список бустеров на экране, спасибо, дамы и господа, за то, что вы есть у меня. Продолжайте поддерживать, как только есть YouTube-спонсоры, донатеры, от души душевно в душу. Вот. Низкий поклон. Далее, что у нас еще есть? Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие и умелые. Далее у нас есть MP Reviews K-Pop новости, MP Entertainment музыка, телеграм-канал, хаплокация по-прежнему Максима. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.